Однажды измученная собака появилась на улицах городка на юге штата Техас. Она была полностью лысой, а все, почти все тело было усеяно язвами. Откуда она взялась, кто ее хозяева, осталось неизвестным. На эту несчастную собаку обратила внимание одна супружеская пара. Они жили в доме неподалеку и решили помочь животному. Но как только один из них выходил на улицу, чтобы забрать ее, собака сразу же исчезала. Только через неделю мужчина и женщина смогли поймать животное. Это оказалась девочка. Ей дали прозвище Анна. Вот только породу установить было невозможно из-за отсутствия шерсти. Ясно было только то, что собака очень сильно мучилась. Она была вялой и грустной. Болезненное животное доставили в ветеринарную клинику. Там врачи, обследовав собаку, сообщили супругам неутешительную новость. Чесотка в очень тяжелой форме. Анну вылечить вряд ли получится. Гибель собаки в скором времени была весьма вероятной. Но вопреки всем прогнозам, девочка выживала. Она оказалась настоящим бойцом, который не опускал лап в борьбе за свою жизнь. Удивительно, но через несколько месяцев Анна вылечилась от недуга. У нее появилась красивая золотистая шерсть. Всему этому она обязана той супружеской паре, которая подобрала ее на улице. Они заботились о собаке, верили, что смогут ее излечить, и смогли добиться положительных результатов. Сейчас ничего не напоминает о страшной болезни. Анна веселая и жизнерадостная собака, которая любит бегать по лужайке и играться с людьми и резиновыми игрушками. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.